Незабываемые эмоции, командный дух и азарт. Подрезково принимает фестиваль «Город танцует в парках». 10 лучших команд округа борются за звание финалиста. Оценивает их профессиональное жюри. «Город танцует в парках» – областной фестиваль современного танца. Он состоит из двух этапов. Первый проходит в 30 городских округах. Во втором лучшие команды примут участие в гала-концерте. Каждое выступление участников из «Химок» комментировал заслуженный артист России Егор Дружинин и лидер танцевального направления «Локинг» в России Вова Гудым. Вы отлично выглядите. Вы уже не понаслышке понимаете, что это такое хип-хоп, и у вас есть база хорошая, вы хорошо транслируете, хорошо качаете, понимаете философию танца. Танцевальные номера отличались разнообразием стилей и направлений. Коллективы подготовили яркие и оригинальные костюмы. На сцене появилась даже избушка на курьих ножках от детского хореографического коллектива «Натали». Сегодня в нашем парке, в парке Подрезково, организовано замечательное мероприятие, на которое можно прийти с семьями, с детьми. Проект называется «Город танцует в парках». Этот проект позволяет молодым коллективам Московской области выступить, показать себя, проявить на сцене. Кроме выступлений команд, зрители увидели номера профессиональных танцоров, участников телевизионных шоу. Среди них DS-Crew, Виталий Савченко и другие. Приятным бонусом для гостей стали мастер-классы от хореографов. Юные участники поделились впечатлениями от фестиваля. Очень классно, такие смешанные. Я тем более первый раз выступала в этой роли, и мне очень понравилось, я прям зарядилась эмоциями. События посетили более 3000 жителей и гостей муниципалитета. Выступления коллективов вызвали самые яркие эмоции. Я сама хореограф, поэтому приехали со своими детьми сюда посмотреть. Детям очень понравилось, мне очень понравилась. Очень атмосфера такая летняя, конец лета, хочется еще отдыхать и танцевать всегда. И очень классно, что есть такие мероприятия. Все команды отметили памятными дипломами. По итогам фестиваля лучшим стал ансамбль эстрадного танца «Лореал Дэнс». Тогда начнем обратный отчет. Вы готовы? Да! Поехали. 5! Юные танцоры из коллектива «Лореал Дэнс» не скрывали своей радости. Им предстоит выступить на гала-концерте и представить городской округ Химки. Сегодняшнее выступление было очень волнующим для нас, потому что мы начали готовиться к нему за 2 дня. Наш коллектив – это крутая семья победителей. Поделился впечатлениями об уровне подготовки танцевальных коллективов в Химках Егор Дружинин. Бодро прошло, коллективы были весьма достойны. Всегда была радость, по крайней мере, от того, что горят глаза у ребят, которые выступают. Они очень симпатичные, молодые, они свежие, они заряжены. И поэтому, конечно, наблюдать ребят на сцене большое удовольствие. Финал фестиваля «Город танцует в парках» пройдет 2 сентября в Балашихе. Шоу-группа «Лореал». Раз, два. Три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Кто шагает, нужно время. Шоу-группа «Лореал». Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, Алексей Юртаев. Новости Химки ТВ.